Представьте, вы просыпаетесь в каюте лайнера, за окном новая страна. В вашем распоряжении настоящий мини-город, спрятанный от чужих глаз, с ресторанами, магазинами и аттракционами. Круизное путешествие объединяет в себе романтику Парижа, адреналин Лас-Вегаса и сказочность Диснейленда. Хотели бы вы провести такой отпуск? Во-первых, это отличная возможность посетить весь мир. Во-вторых, во время каждой поездки гости посещают от 5 до 15 портов без стресса и пересадок. Вы просто спокойно просыпаетесь, потягиваетесь, а за окном новый город – страна. Во-вторых, круиз – это на 30-50% дешевле наземного отдыха. Никаких трансферов, трат на отель, потому что круиз – это одновременно и отель, спа, элитный ресторан и парк развлечений. В-третьих, круизное путешествие – это идеальное решение для романтического отпуска и поездки с детьми. Гости могут легко выполнить годовой план семейных активностей и романтических свиданий. Представьте себе пешие прогулки с любимым человеком по Лондону, совместные незабываемые впечатления от фьордов Норвегии, аромат кофе в Стокгольме, экзотическую кухню в Гонконге, цветущую сакуру в Токио, умопомрачительные сладости в Стамбуле. А по возвращению на лайнер вас ждут десятки развлечений для любого возраста и круглосуточное питание по системе All Inclusive. А это значит, что еда, безалкогольные напитки и развлечения входят в стоимость круиза. Вы удивитесь, но такой премиум отдых может вам обойтись в разы дешевле привычного отдыха в Турции или Египте. Существует уникальный клуб, у которого есть эксклюзивное право отправить вас на семейный отдых или 10-дневно-романтические каникулы по системе «Все включено» с огромной скидкой. Кстати, ЮНЕСКО наградили круизы званием «Самый безопасный вид отдыха». За 6 лет мы отправили в круизы более 1 миллиона человек из 194 стран мира. Мы единственный круизный клуб, который предоставляет доступ к сервису бронирования более чем 5000 круизов от 11 ведущих круизных линий мира по самым низким ценам. Это нечто похожее на сервисы Booking.com, Aviasales или Uber, только для круизов. Вам доступна самая большая база круизов с широкой системой фильтров, где вы можете выбрать направление, круизную линию, корабль, год и месяц поездки, а также продолжительность круиза. Далее система подберет список круизов, которые подходят под ваше описание и покажет, с какой стоимости начинается каюта. Давайте будем откровенными. Большинство людей не путешествуют не потому, что нет денег и времени, а потому, что у них нет плана, как это делать часто и выгодно. Не все могут себе позволить найти сразу всю сумму для оплаты отпуска. А те деньги, которые откладываются от каждой зарплаты, часто идут не по назначению. И приходится брать кредиты или вовсе переносить отдых на следующий год. Миссия клуба – сделать путешествие доступным каждому человеку. Именно поэтому у нас есть программа, благодаря которой вы уже в своем первом круизе или курорте сможете сэкономить приличную сумму. Благодаря этому клубу вы можете экономить от 25% на все свои путешествия. Это первый в мире закрытый клуб путешественников. И важно понимать, что это закрытый клуб, и вы в него можете подключиться только по приглашению человека, кто дал вам ссылку на это видео. Своего рода как социальная сеть Clubhouse, о которой, скорее всего, вы знаете, и в которую вы могли подключиться только по рекомендации человека. Кстати, сама цена круиза зависит от сезона, маршрута, количества дней в круизе, бывает от 3 дней до кругосветки, количество людей в каюте, типа каюты, круизного лайнера, даты бронирования, сезона и личных предпочтений. А теперь давайте я расскажу, как это у нас все работает и какие здесь фишки есть для вас. По сути, у вас есть два варианта, как отправиться в круиз через наш клуб. Первый вариант. Вы регистрируете себе кабинет, находите в поисковике подходящий вам круиз или отель, видите его цену за каюту или номер. После этого вы активируете членство в клубе, оплачивая $200, которые пополняют ваш счет в кабинете для бронирования выбранного круиза или отеля. Из них $100 вы можете использовать для бронирования отелей и курортов, а вторые $100 конвертируются в 200 бонусных баллов. Что такое бонусные баллы? Это как авиамили в авиакомпании. Если вы являетесь постоянным клиентом какой-то авиалинии и пользуетесь какой-то авиакомпанией, вы получаете бонусные баллы, за которые вы можете либо частично, либо полностью оплачивать свой перелет. Так вот, у нас то же самое, только в круизах и отелях. Например, вы находите круиз в нашем поисковике за $1600 на каюту на двоих, троих или четверых людей на неделю по системе «Все включено». Заполнив данные всех пассажиров, вы бронируете круиз и оплачиваете 200 бонусных баллов из кабинета, а остальные 1400 со своей банковской карты. То есть вы отправляетесь в круиз по цене напрямую от круизных линий, без посредников и переплат. При этом у вас в кабинете еще остается $100 для бронирования отеля, а за забронированный круиз вам начисляют бонусные баллы для следующих путешествий. Подробнее об этом я расскажу дальше.
Второй вариант бронирования круизов через нас еще более интересный. Вместо того, чтобы покупать круиз, оплачивая сразу всю стоимость, вы оплачиваете его частями, делая ежемесячные накопления на счет в кабинете и получаете экономию 25%. Друзья, сразу хочу сказать, что вы делаете накопление не за членство в клубе. Нет, все 100% денег идут на ваш счет для оплаты вашего круиза. И это на самом деле очень круто, потому что чем дольше вы в клубе, тем дешевле будет для вас цена. Каждое ваше накопление один раз в месяц на свой круиз в размере $100 компания удваивает и превращает их в 200 бонусных баллов, которые вы используете для расчета при бронировании. 200 бонусных баллов при бронировании равно $200. Первый вопрос, который я лично задавал, когда получал сам такую информацию: почему вообще они удваивают мои накопления? И ответ очень прост. Дело в том, что большое количество членов клуба, а за 6 лет их уже более 1 миллиона человек по всему миру, позволяет нашему круизному клубу иметь договорные отношения с круизными линиями и получать членам клуба круизы по оптовым ценам. Согласитесь, что если мы покупаем заранее и оптом, то цена намного меньше. И именно поэтому компания может дать вам 200 бонусных баллов на каждое ваше накопление по $100, чтобы ваше путешествие было выгоднее. Ну а компания имеет небольшой процент, но от миллиона человек. Накопили достаточную сумму и выбираете один из 5000 круизов по миру в поисковике компании. Это и позволяет вам отправиться в отпуск в круиз дешевле, чем где-либо еще. Давайте я приведу вам очень простой пример. К примеру, вы становитесь членом клуба сегодня и моментально получаете 200 бонусных баллов и $100 на свой счет за активацию членства. В следующие 3 месяца вы делаете накопление по $100, которое компания удваивает, и у вас накапливается уже 800 бонусных баллов. Итак, допустим, вы нашли круиз в нашем поисковике за $1600 на 2, 3 или 4 человек по системе «Все включено». Половину стоимости при бронировании вы оплачиваете бонусными баллами, которые получили 1 к 2. А вторую половину, то есть $800, вы доплачиваете со своей банковской карты, то есть 50% стоимости бонусными баллами и 50% с банковской карты. Круиз, который круизная линия продает в розницу за $1600, обойдется вам всего лишь в $1200. Таким образом, в данном примере наглядно видно, что вы сэкономили 25% от стоимости самого круиза уже на 4 месяц пребывания в клубе. Вы, конечно, можете забронировать круиз и сразу в первый месяц, как я показывал в первом варианте, или на 3, или на 6, или на 10 месяц, когда захотите. Но чем дольше вы в клубе, чем дольше делаете накопления, тем больше экономите за счет бонусных баллов. А на данном слайде я просто привожу вам пример, как это работает. И, кстати, это еще не все. При доплате $800 с вашей карты вы сразу получаете кэшбэк 800 баллов для бронирования следующих круизов или отелей. То есть сумма, которую при бронировании своего круиза мы доплачиваем с банковской карты, мы эту же сумму получаем на счет в кабинете для бронирования отелей и курортов. То наш клуб создан для того, чтобы понять, что каждый год вы заслуживаете на шикарный отпуск по доступной цене, так как, вернувшись из путешествия, у вас уже будет часть денег на следующий отдых. Кстати, друзья, в нашем клубе есть система рекомендаций, такая же, как в банках, к примеру, Монобанк и других, такая же, как в такси Uber или Bolt, как сегодня есть в спортклубах, на заправках, в турагентствах и супермаркетах, которая позволяет вам экономить уже от 50% от стоимости круиза и даже 100%, отправляясь в путешествие за счет клуба. Представьте, что вы рассказали друзьям, знакомым или родственникам, что едете в круиз, в котором посетите 3-5 стран и сэкономите 25%. Разве их это не заинтересует? Все, что вам нужно будет сделать, это дать им свою ссылку на регистрацию кабинета в поисковике и скинуть это видео. Но данная партнерская программа не всем нужна, поэтому об этом я здесь не рассказываю. Но если это будет интересно, то вы можете спросить об этом более подробно уже на личной консультации у человека, который дал вам ссылку на это видео. Я приглашаю вас присоединиться к нашему круизному клубу, чтобы у вас и у вашей семьи был совершенно другой образ жизни, который вы заслуживаете. Чтобы вы со своей семьей или друзьями могли путешествовать по доступным ценам круизы и на курорты. Вы сэкономите просто огромные деньги вашего семейного бюджета. Если вы махнете сегодня рукой и скажете, что это все ерунда, то будете всегда переплачивать двойную цену турагентству. Позвольте задать вам один вопрос. Если бы вы могли отдыхать чаще и оплачивать только часть от фактической стоимости вашего круиза, это было бы ценно для вас и вашей семьи. Поэтому прямо сейчас свяжитесь с человеком, кто дал вам ссылку на это видео, чтобы узнать, как и вы можете отправиться в круиз своей мечты по самым выгодным ценам, получить отдых, о котором мечтали, по цене, которую вы можете себе позволить. Контакты для связи вы найдете под этим видео. До встречи внутри круизного клуба.